Приветствую вас. Рух Матфей, приветствую. Роман Валентинович, присаживайтесь, пожалуйста. Ну вот, рад возможности встретиться с вами еще раз и с владыкой Матфеем, недавно избранным на Чукотскую кафедру. Я связываю с этим избранием начало новой церковной жизни на Чукотке, потому что владыка подготовлен к несению такого непростого послушания и предыдущим опытом своей работы, в том числе и на Камчатке, а самое главное – внутренними установками, которые направлены на укрепление православия на Чукотской земле. Знаю ваше доброе отношение тоже к развитию религиозной жизни на Чукотке. Вот хотелось бы мне поговорить и о некоторых наших, может, перспективных планах и о задачах, проблемах, которые существуют.